Новый учебный год для 150 студентов Ивановского энергоуниверситета начался в обновленном общежитии. 11 сентября состоялось торжественное открытие здания после реконструкции. Это общежитие было построено в 1930 году, и с тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта. Работы велись почти два года, и за это время здание существенно преобразилось. На реконструкцию было потрачено свыше 45 миллионов, а приобрести новую мебель помогли спонсоры вуза – энергетические компании. Возможность провести капитальный ремонт появилась благодаря тому, что Министерством образования и науки были выделены средства по программе стратегического развития нашего университета. И в результате в 2012-2014 годах был проведен капитальный ремонт, заменили деревянные перекрытия на бетонные. Полностью изменилось внутреннее содержание здания, и те средства, это почти 45 миллионов рублей, они, конечно, позволили преобразить это общежитие.